С чего это вы взяли, что гении нужны? Ну как, а кто будет двигать науку? У нас искусственный отбор построен внутри социальной системы любой, американской, нашей, европейской, китайской, вы хотите. По одному принципу. Должны рождаться и воспроизводиться посредственности. И на это построено все образование. Не выбирать лучших, создавать им условия, а гнобить их всячески и усреднять. Вот для видите, того, чтобы, Сергей? Вот. Потому что человечество тысячи лет отбиралось по принципу стабильности социальных систем. Стабильность социальной системы важнее, чем любые гении и таланты. Ну, представляете, вы взяли, развивали разнообразие, полиморфизм мозга. Да вообще, а там как полезли Навальные попробуйте. В каждом подъезде. Да что будет делать? Так вот, Сергей, смотри, то есть получается, то есть вместо того, чтобы помогать гению, мы должны его как бы немножечко придушить, правильно я понимаю? Их всех душит отлично. Вся социальная система государства любого построена на том, чтобы гений не пробился ни в какую. Так значит, то есть нам не надо рожать гениев? Так а никто и не рожает, в основном рожают... Ну, вас же родили, они... Мне нравится ваш ход мысли, на самом деле. Я реально восхищаюсь. Нет, иногда гении достаточно способны для того, чтобы имитировать жизнь обывателя. И тогда они смогут хотя бы выжить в школе, получить высшее образование. И даже если надолго дыхалки хотят, да, мимикрируя, просто прикидываясь злой гадюкой, например. Но вот они смогут добраться до самореализации. Но это штучный товар. Именно поэтому у гениев, как правило, мозг больше, чем у людей неодаренных. У 4 из 5 гениев мозг стабильно больше среднего. Потому что в основе этой гениальности никакая не психология лежит. Лежит структурная предрасположенность, которую ни купить, ни воспитать нельзя. Потому что структуры мозга у разных людей различаются в десятки раз по размерам.